Еще летом губернатор Виктор Басаргин поставил задачу Краевому министерству сельского хозяйства и Министерству образования наладить поставки местных продуктов в социальные учреждения края. Первыми откликнулись на предложение детские сады. В ходе серии выездных совещаний заведующих дошкольных учреждений знакомились с ассортиментом мясной, молочной и овощной продукции, выпускаемой пермскими сельхозпредприятиями. Тут можно не просто ознакомиться с мясной, овощной или молочной продукцией от пермских производителей, но и попробовать все то, что предлагают нашим детям. Многие детсады и школы уже перешли на закупки продукции у отечественного производителя. К нам в детский сад поступает продукция Чеховского молочного завода. Дело в том, что молоко, которое используется в детских садах, оно без консервантов. Поэтому оно должно поступать совершенно свежее. И чем ближе производитель, тем свежее молоко на наших столах. Вся молочная продукция Чеховского комбината очень качественная и очень нравится нашим детям. К примеру, колбасный Сахардинский заключил контракты со 140 детскими садами и 4 десятками школ на поставку крупнокускового бескостного полуфабриката из мяса говядины и колбасных изделий. И это только начало. Сельхозпредприятие готово предложить еще несколько наименований продукции. В основном мы сконцентрировали наше предприятие на сбытии в дошкольные и школьные учреждения. Считаем, что очень важно детям дать полезный продукт без содержания ешек. Краевые власти делают ставку на поддержку местных аграриев. В условиях импортозамещения это жизненно необходимо, не раз говорил губернатор края Виктор Басаргин. То, что не выращивают у нас, безусловно, ввозим со стороны. Но по тем позициям, которые производятся в Пермском крае, закупать местные. И задача не в том, чтобы пользоваться административным давлением, а в том, чтобы выстроить грамотную логистику, сервисные функции поставок, то есть сделать закупки у местных производителей удобными и доступными. Подобные встречи с заведующими общеобразовательных учреждений и аутсорсерами проходят постоянно. И с каждым разом все больше учреждений переходит на продукцию местного производителя. Валерия Ермакова, Олег Мясников, телекомпания «Ветта».